Ну? Кто? Инна — это птица, которая не умеет летать. У них нет крыльев, а вместо крыльев у них крылья ласты. Пингвины очень превосходно, очень быстро плавают и ныряют. Пингвины живут покажи. В Антарктиде. Где? Вот он. Детям покажи чуть-чуть в сторонку, отойди. Это Антарктида. Покажи вот так пальчиком, вот так, да? Вот, в Антарктиде. Видите? Я... Видите? Пингвины кушают рыбу и кальмаров и многое другое в море. А на самих пингвинах охотятся через других существ. Морские львы, акулы, чайки, осьминоги и хищные тюлени. Рождаются пингвины из яиц. Мама пингвин откладывает на берегу яйцо и возвращается к морю. Поняли? А папа пингвин остается высиживать яйцо. Он яйцо держит на лапках, а сверху ее накрывает своим пушистым теплым животиком и греет. И потом появляется маленький шпингвин, пингвиненок. Папа пингвина собирается все вместе, пишет, чтобы им было теплее. Каждый папа высиживает своего птенчика. Когда из яйца появляется маленький птенец, папа пингвин его кормит из клювика. Потом приходит мама и остается детеныша, а папа пингвин уплывает в море, варит рыбку и кальмар. Спасибо, Семён. Спасибо, Семён.